Единую базу данных должников открыли курские судебные приставы. Теперь сведения о неплательщиках алиментов, квартплаты и кредитов доступны всем курянам. Открыта информация о тех, кто задолжал по штрафам ГИБДД. Открыты не только имена и фамилии неплательщиков, но и суммы, которые они задолжали. База данных обновляется ежедневно. Сейчас на сайте более 400 тысяч фамилий должников. На сегодняшний день есть люди, которые взяли кредиты, катаются на джипах, являются замами законодательного собрания на территории Рыльского района, оплатить не хотят. Также база данных поможет обезопасить курян от мошенников. Для этого достаточно перед оформлением сделки поинтересоваться, имеет ли партнер долги. Кроме того, это удобно и для самих недобросовестных курян. На сайте можно платить задолженность и получить информацию о временном ограничении выезда за пределы страны.